Мой суп с топора готов к употреблению. Старость, оказывается, из-за зубов. Ужас. Теперь сочувствую всем, кто не может кушать, кто не может откусить. И просто глотает еду. Наверное, я тоже к этому иду. Шкорки вот от дыни я просто для красоты и для запаха, для аромата добавила. Ну, попробовать можно потом кусочек. А так вот сердцевины вот от дыни. Здесь дыня, мясо, что еще там есть? Финики, мед. Ну, кстати, насчет меда. Вот мед у меня сейчас тоже такой мужчина продает, красавец. И, ну, честно продает, честный мед. Вот мед у меня. Виноград. Вот такой завтрак. Яблоко. Желаю вам всем тоже, чтобы, как объяснить, тоже сказала. Желаю вам всем без тоже. Желаю вам всем здоровых зубов, десен здоровых. И чтобы вы могли откусывать любую еду. Я пока не могу. Пока не могу. Я даже хлеб мочу. Посмотрите, что я буду делать. Ужас какой. Вот жизнь. У нас у карачаевцев есть такая поговорка. Өлсең да қарт болмазмыса, деп. И значит, а өлмесең да қарт болмазмыса. Ну, если даже не умрешь, старой разве не будешь, говорят. Ну, старым или старой возрасте преклонном. Вот, оказывается, эта поговорка болезненно на мне отразилась. Кашу делаю. Как у вас, девчонки моего возраста, 48, 49, 50, зубы на месте? Бисмилля. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. На горе Арарат зрел, созрел виноград. Посмотрите, черный. Люблю виноград черный. У нас погода теплая на Кавказе, Северный Кавказ, при Эльбрусе, Карачаевский район, Карачаево-Черкесия. Мирно пока. И дай Аллах, чтобы всегда так было мирно. Ну, наша республика многонациональная. Карачаевцы, черкесы, нагайцы, абазины, русские. Греки, армяне здесь живут, грузины живут, украинцы живут. Как-то мы... Я не ощущала по национальной принадлежности каких-то притеснений. На самом деле это так. Например, если я карачаевка, хоть это и Карачаево-Черкесия, я тоже ощущала какое-то вот, ну, недовольство, допустим, руководителями, хотелось так, как я, но не всегда же и я права. Поэтому, ну и что? Зато у нас самые хорошие правители, начиная от нашего главы республики, кончая вот главами районов и городов. Они у нас самые лучшие, самые красивые, самые порядочные. Миру мир. Никогда не было на национальной почве. И если начало был очаг, то и старались этот очаг затушить вовремя. Потому что люди на самом деле в мире, вот создан человек так, что он не может без войн. Обязательно надо увидеть у кого-то что-то лучшее и придумать что-нибудь, и чтобы идти туда, я не знаю, своровать или украсть. Ну, украсть, своровать. Или... Если силы не хватает, силой забрать, если
Ума не хватает, то силой забрать, ума своровать. В жизни так, везде, у всех наций, во всех континентах. Будем надеяться, у нас будет мир. Как раньше мы жили в Советском Союзе. Эти парады, вспомните флаги. Май течет рекой нарядной, по широкой мостовой. Ну, что-то так. Я уже позабывала. Девчата, десна сели, мальчишки. Если десна сели, вот нижняя челюсть, можно ли придумать стоматологам что-либо? Или уже все, хана моим зубам? Не зубам, а как сказать? Вот здесь и мясо есть. Я даже не ощущаю грудинка. Я настолько мелко порезал, что даже не понимаю, где там мясо, где там веб. Финики даже бросил сюда. Потом без вас попробую покушать. А то вдруг некрасиво совсем будет. Миру мир. Так вот, если подумать, от нас, блогеров, мужчин, женщин, любых национальностей, зависит тоже многое. Мы тоже все должны дружно нести пропаганду мира, где бы этот очаг не возгорелся, очаг воинствующих, мы должны своими роликами призывать к миру. Я так понимаю. Некоторые аплодируют прямо. Ой, ура, там то взорвали, там это, ой, ура. А ведь взрыв может и к тебе прийти, ко мне, и, ну, к любому из нас. Нельзя так делать. Все мы на этой планете гости. И в гостях мы должны жить мирно, дружно, сочувствуя друг другу, плечо подставляя, за руки взяться и в хороводе танцевать, жизнь танцевать, танец жизни. Не знаю, я так думаю. Я вообще-то косноязычие, наверное, удивляю вас, как она, это Байдмар, автор 23 книг. Ну, вот так, пишешь, когда зачеркиваешь, поправляешь, то все, а когда говоришь, язык опереживает. Когда опережает мысли, то, что хочешь сказать, вот получается вот такое косноязычие. Не знаю. Видела сон хороший. Руководители наших самых главных, как-то они обнимались, не знаю почему. Там и там, кто воинствует. Наверное, будет мир. Дай Аллах.